Это программа «Неделя в городе», в студии Михаил Зеленский. Здравствуйте. Арктические гости, ложное солнце. Уши просто закрыли, сейчас ветер дует на остановке, но ничего, а так все прекрасно. Москва превратилась в полюс холода. От такого мороза у некоторых, похоже, мозги стынут. Какое наказание грозит уличному стрелку? И правда ли, что сын вице-президента Лукойла Руслан Шансуаров снова устроил гонки по городу? Путешествие в Рождество. Самый удивительный рождественский вертеп мы нашли в храме Покрова Богородицы Новоголутвина женского монастыря. Какие желания в рождественскую ночь загадывали москвичи? Главное, чтобы родные люди были всегда рядом. И буквально на несколько минут вернемся в год минувший. Мне кажется, уже охранники скоро будут. Одинаково и в одном и том же месте. Маму мимо коробки, коробка рога набрал. Вместе с теми, кто каждый день рассказывает о жизни большого города. Итак, на этой неделе снова напомнили о себе мальчики-мажоры. В сети появились кадры, на которых двое молодых людей...